Сегодня станут известны имена победителей турнира ATP 250 Astana Open. В Национальном теннисном центре идут последние приготовления к финальному противостоянию, где встретится американец Себастьян Корда и француз Адриан Манарино. На прямой связи со студией Алишер Накипов. Алишер, здравствуйте. Скажите, у кого больше шансов получить чемпионский титул и 250 рейтинговых очков? Добрый день. Текущий розыгрыш Astana Open ATP 250 оказался абсолютно непредсказуемым. Покинули столицу Казахстана такие топы, как 24-й в мировом рейтинге нидерландец Талан Грикспур, финалист трех турниров «Большого шлема», победитель 17 турниров ATP, австриец Доминик Тим и наш Александр Бублик. Так что стоит ответить на вопрос о том, кто станет чемпионом и заполучит титул, сказать довольно сложно. Если обратиться к статистике, Себастьян Корда и Адриан Манарино ранее не встречались друг с другом. Американец на данный момент 28-й в мировом зачете, а француз 34-й. Разница несущественная, всего 6 позиций. Учитывая, что в финале нет казахстанцев, то, скорее всего, зрители, пришедшие на игру, а у нас сегодня намечается аншлаг, будут болеть за француза. В своих интервью он не раз признавался о том, что ему приятно быть в Астане. Давайте послушаем, что скажут организаторы. Хочется отметить, что все данные теннисисты ранее играли у нас здесь в Астане. Адриан Манарино после победы вчера над Юрием Родионом, после матча и пресс-конференции отметил, что он будет приезжать в столицу Республики Казахстан, в Астану, до тех пор, пока не выиграет здесь титул. Примечательно, что в 2020 году, когда первый раз проводился турнир ATP 250, Адриан Манарино уступил в финале представителю из Австралии Джону Милману. В прошлом году он сыграл достаточно хороший результат, показав в парном разряде совместно с Фабрис Мартином. Они сыграли финал в пары. То есть Адриан Манарино очень третий год подряд, получается, приезжает к нам в Астану и показывает. Как я сказал ранее, сегодня на трибунах Национального теннисного центра намечается аншлаг. Раскупили все билеты. Еще больше любителей большого тенниса подойдет ближе к самой игре, которая стартует через полтора часа. До прямого эфира мы узнали о болельщиках, что они думают о сегодняшнем финале. Таким было мнение болельщиков, а мне остается добавить, что призовой фонд соревнований Astana Open составляет более 1 миллиона долларов. Победитель получит свыше 150 тысяч и 250 рейтинговых очков. У меня на это все. О том, кто станет чемпионом, обязательно расскажем в вечернем выпуске новостей. Что ж, Алишер, обязательно ждем от вас подробностей. Алишер Накипов с нами был на связи.